Школа будущего политика. Сегодня члены республиканского детского парламента встретились с председателем Государственного совета Чувашии Валерием Филимоновым. Строгие костюмы, сосредоточенный взгляд и конституция нашей республики в руках. Члены детского парламента Чувашии собрались на свое первое заседание. Идея создать эту структуру возникла в августе прошлого года. И вот уже официальная встреча с председателем Государственного совета Чувашии. Валерий Филимонов рассказал юным коллегам, как строится работа законодательного органа, как проходит голосование, какими соображениями руководствуются народные избранники, принимая законы. Обсудили и вопросы взаимодействия законодательной и исполнительной власти. Мы, работники Министерства образования, стараемся именно уделить большое внимание молодежной политике, поддержке молодежи, потому что прекрасно понимаем, что наше будущее именно в ваших руках. Опыт ведения избирательной кампании у членов детского парламента уже есть. За два тура они фактически прошли процедуру настоящих выборов. Из 300 претендентов отобрали 32 самых достойных школьника. Выборы – это несложно, на самом деле. Нужно просто знать, о чем говорить и иметь какие-то идеи. Мне нужно участие в детском парламенте, чтобы влиять на ситуацию в Чувашской республике и изменять ее к лучшему, чтобы строить светлое будущее. Я хочу, чтобы школьников понимали и слышали, чтобы школьники имели какую-то значимость, какой-то вес. Своими планами Кирилл пока не делится, но заверяет, что уже есть готовая программа для выборов. Он собирается занять кресло председателя детского парламента. Получится это у него или нет, мы узнаем уже на следующем заседании будущих политиков. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.